Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Огород легко и просто». Меня зовут Лена, и сегодня мы с вами будем заниматься посадкой ветки луковицы тюльпана для подращивания в открытый грунт. Поехали! Скажу сразу, луковицу высадить нужно с 15 по 20 октября, не раньше, не позже. Не раньше, потому что она у нас может быстро пойти в рост по теплу и рано выскочить, и потом померзнуть. А не позже, потому что нам нужно, чтобы она успела приняться, потому что если наступят холода, она у нас может не приняться. Луковицу сортируем по размеру, крупную садим на отдельную грядку, так как мы ее выкапывать уже будем через 7 месяцев, это будет конец мая, начало июня. И будем эту луковицу готовить для выгонки к 8 марта. А мелкую луковицу мы выкапывать не станем, оставим ее на грядке до следующего мая, пусть она у нас там подрастает. Глубина посадки 10-15 сантиметров. Расстояние между луковицей 1,5-2 сантиметра, то есть мы оставляем место для разрастания луковицы. Расстояние между рядками 25 сантиметров, чтобы было удобно весной пройти с тяпочкой, сбить сорняк. После посадки, если очень сухо, можно полить грядку, но я обычно не поливаю. Ну вот, наверное, и все, что вам хотела рассказать. Если что непонятно, спрашивайте в комментариях, я буду отвечать на все ваши вопросы. Следующее видео про тюльпаны я сниму весной, когда наша плантация зацветет. Я буду вам рассказывать, что нужно сделать, чтобы луковица не поделилась и достигла нужного нам размера для выгонки к 8 марта. Ну, на этом все. Всем пока, спасибо большое.